Духовно воспитать ребенка и получить помощь после секты смогут северодвинцы. В городе строится Иоанновская воскресная школа. Уже 5 лет благотворители помогают возведению помещения для верующих. Сегодня настоятели храма на Яграх обращаются за финансовой помощью ко всем неравнодушным. Духовного фундамента подрастающей личности. Да. Именно такое определение носит воскресная школа. При храме Воскресения Христова на острове Ягры она существует уже более 15 лет. Завершение строительства особого помещения для общения верующих настоятели ждут около 5 лет. Сейчас в воскресной школе учатся около 30 ребят от 5 до 14 лет. Занятия разбиты на 3 группы и проходят на различные тематики. Прикладное искусство, священные истории, Ветхого и Нового Завета, духовно-нравственные беседы и музыкальные занятия. Сами устраивают концерты. Сейчас занятия проходят в 20 минутах пешком от храма. Помещение предоставляет поисковый клуб «Эдельвейс». Духовно воспитывают детей по воскресеньям. В новом здании планируют проводить занятия каждый день. Планируется проведение и библейских кружков организации для взрослых, для молодежи. Это и встречи с прихожанами, приглашение интересных людей, священников, историков, ученых, да, литераторов. Это и в планах даже создание такого вот антисектантского центра по помощи людям, пострадавшим от деятельности тех или различных сект и деструктивных культов. В новом здании уже построены 2 этажа, приступают к возведению кровли. Для дальнейшего строительства и материалов необходимы средства, ведь школа возводится только за счет благотворителей. В ней также планируют организовать театральный кружок. В одном из помещений будет приходская библиотека. По словам настоятелей, уже собрано достаточно книг, но пока они недоступны верующим. Также будет работать православный киноклуб. Пусть это будет по копеечке, постепенно, но в этом и, знаете, наверное, духовное значение возрастает, когда каждый человек может сказать своему внуку и правнуку: посмотри, здесь вложена хоть маленькая, но копеечка нашей семьи. Отдельно строящаяся воскресная школа первая. Есть в Никольском храме свои помещения, в храме Кирилла и Мефодия помещения также при храме. Внести свою лепту в строительство воскресной школы можно в Ягринском храме. Каждому благотворителю выдается сертификат с местом для имени. Об этом человеки-настоятели храма будут молиться на каждом богослужении за здравие или за упокой души. Евгения Карелина, Родион Саханько, Вестник Северодвинска.